Русские люди могут выражать свои мысли, находясь в любом состоянии. Но, к сожалению, мы не всегда их понимаем. Команда «Саратов» представляет вашему вниманию первый в мире пьяно-русский разговорник. Нет. Да. Да. О боже, какая красивая девушка. Но недоступная. Я тебя люблю. Валет! Еще пиво. Валет! Господа, мы же были великой державой. Что творится в стране? Спасибо за внимание.